смотрим, проверяем. Местечко новое. Что тут за дела? Как бы исследуем новое место. По пути, в общем, где горная река, немножко вверх. Там дорожка есть вверх. И вот такая здесь есть интересное место. Стена из камней. Да. В общем, сделаем, называется, эксплоринг. Немножко подэксплорим, поисследуем, что тут. Интересный туннель. Сквозной он или не сквозной? Кстати, включить фонарик. На ключах у меня есть фонарик. Достаточно мощный. Эхо. Да, интересно. О, и мы выходим к реке. О, классно как. Надо потом подготовиться, обувку для воды одеть, для камней. И там парковочку забить с утреца, 7:30 может быть. Одеть обувку и выйти отсюда, и, короче, дальше вверх по реке. Так, понятно. Ну, будем знать, будем знать. Сейчас подойдем к реке, посмотрим, как чего. Как там обстановочка? Здесь надо какой-то выступчик задержаться за что-то. Мне кажется, даже я вот здесь-то как раз в прошлый раз и поднимался, не зная об этом туннеле. Выйдем к реке, посмотрим, как обстановка там. Может быть, даже этот путь. Посмотрим, посмотрим. Либо этот, либо тот. Эх, надо бы, конечно, было семечки папайи взять. И высадил бы я здесь их. В принципе, чего вернуться? Что ли? Либо потом уже. Здесь какой-то люди, чувствуется, посещают это место. Даже сундук есть.
дышится хорошо, легко. Очень хороший воздух такой, прохладный и чистый. Большое содержание кислорода или такого озона. Мне интересно маленько чуть-чуть вверх посмотреть, что там. Что там? Здесь, конечно, поваленные деревья будут немножко препятствовать пути. Но немножко хотя бы заглянуть, что там. Можно увидеть немножко вверх по реке. Это, наверное, здесь были это типа штормов. Сильные ветра, дожди были на предыдущих неделях, паре предыдущих недель. И вот такие последствия, как бы поваленные деревья. Ну что я могу сказать? Здесь много мест для медитации. Пожалуйста, любое. Выбирай. Два часа, три, пять, пожалуйста. Я не думаю, что кто-то здесь будет проходить мимо. И такой воздух, ну просто, я не знаю. Сродни как сосновому лесу. Прям такой свежий, чистый. Прям, как я, можно сказать, как питаешься им, насыщаешься. Так, что, докуда вот мы дойдем? Что там будет вверх? Какие темы? Здесь вот слегка влажный камень, ибо какое интересное, да? Так, одно здесь загромождение. Не, супер, супер, супер. Я думаю, здесь. Райские птички. Уже там обстановка поинтереснее, вроде как. Здесь такой завал. Интересно посмотреть высоту. Какая высота над уровнем моря. Немножко несостыковочка
водопадик. Меленький, но все же. Уже искупаться можно. Прикол. Небольшое озерцо. Да. Такое уютное местечко. Для... Вот еще. Класс. А мне интересно, по этому пути можно достигнуть пика горы? Еще одно чистое озерцо. Этот путь чуть-чуть будет полегче. О, какие огромные. Ну, это просто рекордсмены. Фу. По размеру. Да. Так. Затеряться можно здесь легко, для каких-то медитационных сессий. Какой вид, да? Выточка здесь, как это выток, вода выточила, вода камень точит. Так что
Здесь немножко посложнее будет залаз. Я так понимаю, здесь не так просто. Но теоретически все равно можно подтянуться, подтянуть тело на руках. Где же исток, так называемый? А не, я думаю, что здесь слишком все равно горы высоки. Я сомневаюсь, что здесь можно так уж добраться до макушки. Все равно еще высоко. Интересный звук ветра здесь, несколько иной, наверху гор, шум ветра иной. Еще одно озерцо. Это крутое место. В принципе, вот она, как бы финал. Вот здесь. Как бы я так понимаю. Вот это финал здесь, как бы. А дальше уже... Да, массивное место. Как бы массивные камни. Просто гигантские. А наверху
Слишком крутой подъем. Не-не, это еще час-два, чтобы подниматься на такие горы. А здесь как бы еще плюс они влажные. То есть если скалолазание, то это все это влажная тема. Короче. Сделаю селфи на телефон. Ибо дошел я до, как бы сказать-то, можно сказать, начала. Здесь селфи. Обычные фото, парочку, wide, такой wide zoom, что типа дошли мы, можно сказать, до начала реки. Горной реки. Ну вот, все, возвращаемся тогда. 11:40. 11:40, надо запомнить, во сколько мы выйдем к финишу. 12, может, район 12, так, может, чуть больше. Ладно, здесь паузу себе сделаем. Вниз, конечно, спускаться, это не подниматься. Интересно, вода здесь теплая. Да. Как, в принципе, теплая? Горная, как может быть теплая? Прохладная. Прохладная. Интересная форма. Да. Интересно, как их срезали, да, вот так? А еще, что мне нравится, необычный звук, шум ветра здесь, как бы наверху горы. Вот это очень интересная тема. Как так они образовывают, как это горная так порода сложилась. Конечно, если было бы больше времени, можно было бы посидеть,
помедитировать. А так время уже почти 12. Я как шел с той стороны. Копер, медь. Здесь, в принципе, можно вот так. Хорошая тренировка для ног, потому что все это рандомное, неподготовленное, то есть вся как бы раскладка камней случайно, поэтому тренировка очень эффективная для ног. Здесь я спускался этим путем. Дипы. Только здесь надо задом наперед. Как опускание на руках. Наподобие дип, делаешь дип. Та же самая техника. Далее сюда. Ну, в принципе, да, здесь есть такие места, конечно, не так просто для преодоления, но это очень интересный камень, конечно. Интересно, что это? Кто это делал?
если однозначно с этой стороны. Просто прыжок. А вот он, водопадик. Или это не тот? Первое место с водой здесь. Прохладно. Но чистая. Без фтора, хлорида. Чистая вода. Наслаждайся. Можно сказать, не магазинная. Это, да, конечно, интересный камень. Как он так получился ровный? И этот, почему он не рядом? С точка. Тоже интересно, как это образовалось, вот это, как современная цивилизация, древняя, как это, металл, что это, сделал, металлическая какая-то, ведь камни, они примерно равны по прочности, как так можно, могло это точно. Такая форма образоваться. Слышно цивилизацию уже.
какие-то биколки, разговоры. Кажется, там кто-то есть. В принципе, даже хорошо, что здесь завалены. Народу меньше будет интересоваться. Народу меньше будет интересоваться этим путем. А, завалено. Возвращаемся. А для меня это не завал. А для кого-то это завал. Вот, в принципе. Такая тема. Так, продолжаем. Отличное место. Вот это очень порадовало уникальностью. Единственное, что если бы оно было вдвойне уникальным и как еще можно добавить впечатлительным, если бы был вот доступ вообще к макушке горы. Вот, как бы выше некуда, все. То есть идешь и заходишь на самый верх. А так, в принципе, вот мы дошли. Сейчас посмотрим время. Может быть, район 12 с чем-то. О, ну да. Значит, 20 минут. В принципе, 20 минут. Как бы до. Но это мы спускались 20 минут. Может подниматься полчаса. Ну, в принципе. То есть как бы. Мы будем знать ориентиры временные. Теперь. Ну вот такая сессия. Приключенческая, адвенчур. Вверх по реке. Заодно дату скажу, что 19 марта 2021 года. Так, ну досниму как бы как подъем уж наверх. Вот здесь дорога. GoPro-шники. Ну да, заблокировали. В принципе, видишь, как я здесь выйду. Заблокировали.